Привет! Я покажу вам, как можно зарабатывать деньги, используя свою страничку ВКонтакте. Для этого заходим на сайт vktarget.com. На сайте нажимаем кнопку «Войти через ВКонтакте». Вход на сайт осуществляется через приложение, не нужно регистрироваться, вводить свои логины, пароли, номера телефонов. Нажимаем «Доступные задания». Итак, слева на зеленых кнопках написано то, что нам нужно сделать, а перейдя по ссылке, мы увидим страницу, на которой это нужно сделать. Например, здесь нам нужно вступить в группу и здесь подтвердить нажатием зеленой кнопки. Зачислено 30 копеек. Таким же образом выполняется задание, например, поставить лайк. Открываем страничку, ставим лайк и нажимаем кнопку «Поставить лайк». За лайк платят 10 копеек, за вступление в сообщество 30 копеек. Заданий реально много. Если они вдруг закончились у вас, и вы такой молодец, что выполнили все-все-все, можно подождать часа пол или час, появятся новые задания. Чтобы вывести деньги, нужно нажать кнопку «Вывести». Здесь можете посмотреть количество моих выплат. Деньги можно вывести на WebMoney, Яндекс.Деньги или Kiwi кошелек. Деньги приходят в течение 48 часов. В основном это в те же сутки, но бывает подольше. Больше чем 48 часов я ни разу не ждал. Все работает нормально, админы молодцы. В общей сумме я заработал уже 3246 рублей 63 копейки. Многие спрашивают, откуда сайт берет деньги, которые платят исполнителям заданий. Эти деньги платят сайту умные предприимчивые рекламодатели, которые понимают, что формат рекламы может быть эффективным и неэффективным. Дорогим и недорогим. Рекламодатели могут создать рекламную кампанию в разделе «Создать кампанию». Существует таргетинг по полу, возрасту, количеству друзей и городам. На данный момент можно создать задание «Рассказать друзьям», «Поставить лайк» или «Вступить в сообщество». Также можно заказать рекламу на Facebook или в Твиттере.